Губернатор Николай Меркушкин приобрел автомобиль «Лада Ларгус». Эту модель «АвтоВАЗ» начал выпускать в год своего 46-летия. Дату отметили 20 июля. Тольяттинскому заводу и федеральные, и региональные власти оказывают пристальное внимание и поддержку. Напомним, старт производства «Ларгуса» дал Владимир Путин. Николай Меркушкин с момента своего назначения в Самарскую область несколько раз был в Тольятти. «Все для вас», подтверждает Татьяна Дрожевкина. Официальный дилерский центр «АвтоВАЗа» в Самаре. Одним из первых посетителей к неожиданности продавцов становится глава региона. Николай Меркушкин приехал специально, чтобы купить для своей семьи вместительный минивэн. Ему показывают все от двигателя до багажника. «Ларгус» оборудован подушками безопасности, системой АБС, бортовым компьютером, кондиционером, фирменной аудиосистемой. Глава региона остался доволен ВАЗовским автопромом еще когда впервые приехал на АвтоВАЗ. Именно с главного конвейера он начал знакомство с Тольятти и промышленным потенциалом области. АвтоВАЗ для экономики Самарской области – это, еще раз хочу сказать, важнейшая составляющая. Мы будем делать все с руководством завода, чтобы государственная поддержка всегда здесь присутствовала. Тогда же он заявил, что намерен купить «Ладу». Николай Меркушкин рассказал, что когда-то у него уже была ВАЗовская шестерка, и ему очень нравился этот автомобиль. Теперь выбор губернатора пал на «Ларгус». Первый проект «АвтоВАЗа» с Renault Nissan затраты на производство составили 400 миллионов евро. В полностью модернизированном цехе сварки «Ларгус» обретает свои первые черты. Сейчас здесь собирают семиместную модель, потом будет еще и пятиместный грузовой фургон. На этих же производственных мощностях в конце этого года появится новый автомобиль под брендом Nissan, а в 2013 году будут выпускать два автомобиля уже под брендом Renault. Объем производства «Лады Ларгус» 70 тысяч автомобилей в год. Жесткий кузов, хорошо настроенная подвеска. На первый взгляд автомобиль кажется большой, но он не кренится, он чувствует себя очень уверенно на трассе. Старт серийного производства автомобиля дал Владимир Путин. «Ларгус» с автографом отправился в музей «АвтоВАЗа». 20 июля завод отметил 46-й день рождения. Уехали в историю свыше 27 миллионов авто. В настоящем 16 моделей 6 семейств «Лада». В июле старт продаж «Гранты» с автоматом и универсала «Ларгус». Его семиместный вариант в комплектации «Люкс» стоимостью 449 тысяч рублей и выбрал Николай Меркушкин. Последний вопрос, который долго не мог решить глава региона, это цвет – белый или серебристый. Посоветовался по телефону с супругой и в итоге купил «Ларгус» цвета альпийского снега. Ну, выбрал я правильно белый цвет? Правильно. Белый цвет? Да, белый. Правильно. Самый хороший цвет. Чтобы в Саранске так проедет, что все увидели и покупали сразу. Автомобиль губернатор покупал для своей семьи. Также поступают тысячи россиян. Спрос на эту модель большой. «Лада» остается в первой пятерке самых востребованных автомобилей в России. Татьяна Дрожевкина, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии.